Витолд, а я и не знала, что у тебя машина. Выиграл лотерею. Хочешь, подвезу куда-нибудь? В Париж. Сейчас выпью кофе. Я тебе не помешаю? Нет, нет. Садись. А выпить он не дурак. Убогий типчик. Зато тачку отхватил. Симпатичную. Синяя, как незабудка. Не нравится? Я обожаю этот цвет. Именно об этом я и думал, когда выбирал. Чего он к ней вяжется? Пощекотать бы его немножечко. А что? Вот бы посмеялись. Ну как? Да так. Все в наших руках. Зачем ты опять пьешь? Чао. Ты не боишься потерять права? Совсем себя не жалеешь? Нет. Нет. Куда делась машина? Какая? Та, что здесь стояла. Уехала. Нет, нигде нет. Звони в милицию. Смываться надо. Малыш, какой же воспитанный человек уходит из театра, не дождавшись конца спектакля? Пока они приедут, это симпатичное авто унесется в туманную даль. Может быть, еще раз позвонить? Машина ваша, идея наша. Прошу. Свинство. Средь бела дня у тебя крадут машину, в которой ты только что сидел. Он снова звонит в милицию. А ты что, звал бы пожарников? Вы опять звонили в милицию? Да. И что вам ответили? Спросили, не украли ли у меня вторую машину. Это я звонил. У меня украли машину. Лейтенант Крумс, где стояла ваша машина? Она стояла вон там. Синяя. Там? Я ее ставил вот так, а теперь она так. Вы случайно не выпили, гражданин? Я? Да, вы. И я? Пожалуйста, дыхните. Юрик! Юрик! Да! Зовут? Принеси краску! Я больше не могу. Ты бы держался от них подальше. С ними весело. Они и тогда шутили, когда работали в сервисе, пока их не посадили. Всем известно, за шутки не наказывают. Продолжай. Он что, влетел в кювет? Три раза кувыркнулся. Ух ты! Не машина, а куча лома на колеса. А он застрахован? Да, с ним-то ничего не случилось. Стельку был пьян. А милицию в таком состоянии не зовут. О, этот скряга, старый спекулянт. У него же полно денег. Мог бы купить новый кузов. Он бы, пожалуй, и купил. Ищет. Да не так-то это просто, когда помочь некому. А ты? Я сказал, проще достать новые. А вот что? Да, я четыре куска. О! Хорошо, а кто номера перебьет? Твой дядя наверняка не станет впутываться.
Но ведь это же воровство. Посмотри на это наивное дитё. Воображает, что кому-то хочется сидеть в Кутузке. Кто однажды побывал на этом курорте, ни за какие ковришки туда не полезет. Никакой кражи не будет, Юрис. Хочешь убедиться? Поезжай с нами. Привет. Пивку. В рабочее время? Знакомьтесь. Нравится? Мой младший брат. Ты смотри, какие у него родственнички. Тише. Мы его коллегу слегка помяли. Здравствуйте. Добрый Надо день. Помочь. Заезжай. Значит, в субботу едем в деревню. А как же? Ну, что уставился? Забыл, что ли? О чем? О том, что у наших стариков серебряная свадьба. Ой. Конечно, забыл. Мы едем первым автобусом. Ясно? Так точно. Ну что, мастер, сумеешь поправить? О, начальник любит пошутить. Юрий, снимай бампер. И фонарь замените. А я, девочка, сделай ему кофе. А? Есть. Идем, идем. Дядя не любит, когда его получает. Рекс, тебя привязали. Я и не знал, что у тебя есть брат. Когда я была маленькой, мои родители погибли в автокатастрофе. Родители Юриса воспитали меня, он мне как брат. Пошли. И чем он занимается? Увлекается техникой, помогает дяде. Юрису скоро в армию, это ему пригодится. Ну как? Вот так сработано. Спасибо, папуля, за труды. А ну давайте отсюда, надоели со своим пивом, еще куда-нибудь влипнете. Это то, что надо. Та же модель в полном порядке. Зеленая, как лягушка. Что вы хотите делать? Спокойно, сейчас увидишь. Если заметишь что-нибудь подозрительное, помигай нам фарами. А мы мигнем, подъезжай, не дрейфь. Малыш, заснул? Держи монтировку. Дальше. Остановимся в каком-нибудь тихом местечке, запустим мотор и поехали. Останови. В чем дело? Я выйду. Испугался. Дальше я не поеду. Станешь предателем. Кто здесь кого предал? Спокойно. Посмотрим, чем кончится эта игра. Звонит. Звонят. Кто бы это мог быть? Одевайся. Если услышишь женский голос, прыгай. Ты что? Первый этаж.
Гордон. Хеллоу. Ну, тачка у подъезда и получше твоей. Хочешь, взгляни? А. Ты же обещал деньги? Обещал. Если бы я верил своим обещаниям и тому, что мне обещают, я был бы нищ, как церковная что? Мышь. Что, 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 что? Разве я с вами договаривался, назначал срок? Нет, друзья, не. А ну, хватит трепаться, гони монету. Куда ставить тачку? Нет у меня денег, нет, и места в гараже тоже нет. В местком я не пожалуюсь. Ты меня давно знаешь. А... Старички, послушайте меня. Завтра же я поеду к жене и возьму у нее деньги. А у той дамочки, которую ты выталкивал в окно, может быть, завалялась для нас пара тыщенок? Ты ведь всегда водишься только с денежными. Да ну, откуда? Хорошо. Давай, сколько есть. А остальное потом. И там, во втором ящике, тоже посмотри. Посмотри. Угу. Ну вот. Куда ставить машину? Ты знаешь, где мой гараж. А. Поставь там за кустиком. На свежем воздухе? А если кто сопрет? Да милиция не всегда ночью спит. Мотайте, мотайте. Скорее, скорее. Куда мы едем? Надо поставить эту зеленую лягушку обратно. Как обратно? Пока хозяин не проснулся и не позвонил в милицию. А как же тот, что купил? Он будет держать язык за зубами. Иначе ему придется кое-что объяснить в соответствующих органах. Не думаешь ли ты, что мы всерьез собрались ограбить человека? Нет, дружок, ошибаешься. Мы, я бы сказал... Современные Робин Гуды, которые наказывают спекулянтов и разных жуликов. Оказывается, вот вы какие. А я-то дурак. Лигита, мы же не договорились. Говорили вы, а я слушала. На нас смотрят. А вы разве не заметили, что я ни от кого не скрываю своих чувств? А что скажет мой будущий муж? А этот откуда взялся? Он живет у нас на даче. Ах, вот уже как. И строит нам бассейн. А, человек с высшим образованием копает яму. А вы его знаете? Да, однозначная личность. Как гордо сидит в машине своего брата. А у самого хватает только на жидкость с градусом. Вам бы работать в справочном бюро. Как ты здесь оказался? Мимо проезжал. А, опять. Он к тебе липнет. Ах, какая ерунда. Но я же видел. Ну и что? Как ты это позволяешь? Я удивляюсь тебе, Лигита. Ну, если это мой будущий муж. Что? Кошмар. Ты в самом деле выходишь замуж? Да, только не за тебя. Привет! Заходи. Некогда, давай сюда.
Слушай, у нас наклевывается одна работенка. Очень увлекательная. И кто же останется в дураках? Рубль. Не смогу. У моих стариков завтра серебряная свадьба. Ну, смотри, смотри. Но знай, Робин Гуды ничего не забывают. Сегодня в 9 у художественного театра. Но завтра мне рано уезжать. Чего тебе надо? Чао, папуля. Я спрашиваю, чего тебе надо? Ну, у Юриса такая красивая сестренка, и вы меня еще спрашиваете. Болтун. Ух, болтун, а ну убирайся отсюда. Смеешься? Смотри у меня, будешь с ним путаться, быстро вылетишь отсюда в деревню картошку копать. Молодому человеку нужен билетик в театр? Да нет. Обрати внимание на эту тележку. Вокруг, кажется, никого. Подойдем ближе. А где Лукс? А, толстый свое дело знает. Больше мы не будем время даром терять. Надо распределить работу. Один берет, другой реализует, третий возвращает. Так? Или нет? Не спеши, дорогой. От судьбы никуда не уйдешь. Ну, заходи, малыш, не стесняйся. Дверь была открыта? Возможно. А ты посмотри-ка вокруг. Люди выходят. Вот черт, неужели так быстро антракт? Смываемся. Стоп, стоп. Ты куда? На машине быстрее. Куда мы приехали? Служба автоинспекции, не видишь, что ли? Именно здесь нас никто искать не будет. Ну чего уставился? Соединение на соплях. Надо сделать как следует, чтобы фары работали. Ну давай, не тяни, ты же у нас спец. Молодец. Вот так. Милиция слушает. Вы слышите? У меня угнали машину. Жигули. Где она находилась? У художественного театра. Когда это произошло? Как вам сказать? Около 10 часов вечера. Номер, цвет. Если хозяин обнаружил, что машины нет, то за нами уже гонится. А, этот не полезет под дождичек, костюмчик портит. Куда мы теперь? Лес за грибами. Мог бы и поддать газу. Ну, зачем лезть на рожон? Нарвешься, тогда доказывай, что не украл. Соображай. Всем, всем. Около 22 часов от художественного театра угнана автомашина «Жигули». Пятая модель, желтого цвета, государственный номер Г2588ЛТ. Особая примета. На заднем стекле надпись «Не спеши, дорогой». Граждане, это же Мель Сварцинч. Товарищ начальник, это я вам звонил. Представляете, у меня угнали машину. Да. Почему вы не дождались наших сотрудников? Они уже выехали. Видите ли, у моей супруги есть важные сведения. Да. Дорогая, расскажи начальнику, что ты так легкомысленно оставила в машине? Молчал бы, позволил каким-то жуликам из-под носа украсть наш автомобиль. Оказывается, нас плохо охраняют. Ну да, у тебя вечно кто-нибудь виноват. Конечно. Пока ты сидела в театре, я должен был торчать на улице.
В машине я оставила квитанцию. Простите. Все белье находится, оставь меня, находится в прачечной. И теперь на моих белых простынях какая-то шайка бандитов и жуликов валяется в сапогах. И напишите заявление с адресом прачечной. Понятно. Прошу. Хорошо, напишу. Идите. Милиция. Капитан Яузе, наш 53-й следует за угнанными «Жигулями» по улице Горького в сторону улицы Лачпляша. Сколько человек в машине? 53-й, только младший лейтенант Айя Калнина. 53-я, где ты? Вызывает Вента. 53-я слушает. По улице Горького направляюсь в район Задвинья. Постарайтесь не потерять объект. Держитесь на дистанции. Слежку пока не заметили. Что-то мне не нравится эта белая тачка сзади. Почему она нас не обгоняет? Я же тащусь медленнее извозчика. Попробую поднажать. Говорит 53-я. Вента слушает. Объект резко увеличил скорость. Может обогнать? Ни в коем случае. Тебя заметили. Продолжай наблюдение. Только не рискуй. Поняла. Черт возьми. Висит на хвосте. Надо уйти. Только бы горючего хватило. Говорит Вента. Ты меня слышишь? Обгон категорически запрещаю. Говорит 53-я. Объект потеряла. Милиция слушает. Добрый вечер. Добрый вечер. Пропала моя дочь. Фамилия? Гулбе. Гулбе. Да. Имя? Лигита. Лигита. Сиди, сиди, работай. Профессор Гулбис? Да. Привет, старина. Это Август. Что с Лигитой? Шла домой со станции и вдруг пропала. Не знаем, что и подумать. Ты уверен, что она приехала? Час назад соседка видела, как она выходила из электрички. Давно должна быть дома. Может быть, где-нибудь задержалась? Ночью в лесу что-то. Произошло несчастье. Помоги, пожалуйста. Где же ночью в лесу можно так задержаться? Приляг. Обещали приехать, надо показать им тропинку от станции. Я сейчас разбужу Виталда. Thank you.
Есть здесь кто? Ну как? Август. Нашлась? Нет. По какой дороге она ходит домой? Я покажу. Куда ты собрался? Миттлд покажет дорогу. Извините, чьи это туфли? Подожди, вот что. К моей дочери. Ты езжай, сидишь. А мы лучше сядем, поговорим обо всем, успокоимся. А где же тот, кто нам покажет дорогу? Ах, да, сейчас. Виттлд, да? Пожалуйста, покажи нашу тропинку. Хорошо, иду. Спасибо. Всего доброго. Дай своему зверю, пусть понюхает. Ищи. Это туфли Лигиты. Ваша нам пока не нужна. В тьмах сам черт ногу сломит. Они забирают слишком влево, все дальше от станции. Да я бы не советовал критиковать ученую собаку. Простите. Они остановились. Ищи. Ищи, ищи. 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 Дим потерял след. Что ж, привязывай его к дереву. Пахнет какими-то химикалиями. Скажите, в каком направлении поселок? Примерно там. Дальше идем цепочкой. Вы оба идите справа. Вы, Байба, слева. Не отставайте. Это эфир. Но она жива. Значит, собака след не возьмет. Нет. Пес молодой и неопытный. Нанюхался эфира, будет отворачиваться, чихать. Понятно, пусть подъедут поближе. Сивенш. Внешних повреждений не нахожу. Значит, пока ее жизни ничто не угрожает. Обратите внимание, фара разбита выстрелом. Еще один вопрос. Давай, 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 пошел потихоньку. Так. А где Ая? Нет твоей красавицы. Еще, еще. Раньше надо было вставать. Так, так, стоп. Эй, послушай, например, о чем я плоха? Не надо было тебе выходить замуж за чемпиона по боксу, голубка. Ой-ой-ой, таким, как ты, нечего бояться. А-а-а. Мой язык слабеньких не обижает. Что-что? Я сказала, мой муж слабеньких не обижает. Так что гони на автовокзал, может, там застанешь свою красавицу. Но твой автомобиль сейчас на техническом осмотре. Ах так. Хочешь увидеть нечто оригинальное? Хочу. Пошли. Только тебе одной могу это показать. Ты серьезно? Заслужила мое доверие. Посмотри вон на заднее стекло. Не спеши, дорогой. Мне нравится всем участникам надпись такую сделать. За сохранность машины отвечаю. Ну как же не воровство? Вы угоняли чужие машины. Но мы их возвращали. А почему не вернули последнюю?
Не хватило бензина. И ты не подошел к женщине. Может быть, она была ранена. Но он стрелял в машину. И ты сбежал. Как ты мог? Я испугался. Пойдем. Не надо. Я сам заявлю. Тебе надо ехать. Там тебя ждут. Купила билет? Нет. Все-таки успел. Поздравь от меня юбиляров. Ты, наверное, еще не пришла в себя от этих гонок. Но не волнуйся. Твой объект нашелся. Может быть, это и хорошо, что тебе не пришлось смешаться. К сожалению, это не просто кража, а здесь какая-то связь с попыткой изнасилования. Нет, это кража, я знаю. Откуда ты знаешь? В той машине был Юрис. Как? Он тебе сам расскажет. Что же, что я скажу дома старикам? Сейчас им нельзя говорить об этом. Ну, иди. Ну что? Где назначена встреча со вторым? Не знаю. Кому на сей раз договорились загнать машину? Не знаю. Ты говоришь правду? Да. Не верите. Нужны твои показания. А той женщине? Ты же был на месте происшествия? Послушай, а того мужчину в лесу ты мог бы опознать? Думаю, что да. У него были темные очки и усы. Где живет эта женщина? Потерпевшая? Угу. Там же, в Академгородке. Выпрыгивай. Поменяем транспорт. Узнаешь? Послушай, Силинч, ты, кажется, дождешься встречи с моим боксером. Не сердись, голубка. Твоя машина на месте. Я тебе не голубка. Прощаю последний раз. Юрис! Юрис! Упустить единственного свидетеля. Знаешь, как это называется? Ну, хорошо. Разговор еще не окончен. Об этом упущении я обязан доложить полковнику. А что скажет наш уважаемый эксперт? Фара краденой машины разбита выстрелом с близкого расстояния. Заключение экспертизы показывает старое оружие. Мы констатировали, оно принадлежит фирме Борхард Люгерс, так называемый Парабеллум. Вот справки о потенциально опасных подозреваемых в незаконном хранении оружия. Некоторые из них судимы. Приобщим к делу. Дайте задание на составление субъективного портрета. Темные очки и усы. Конечно, это атрибутика относительная, но все же лучше, чем ничего. Вот что, Леон, возьми Лукса и Кирсиса. Слушаюсь. Очевидно, дружкам надоела свобода.
придется ими заняться. Витольд, кофе готов. Иду. Что это за человек? Витольд. Учился у моего отца. Мы друзья. Сейчас он живет у нас и строит нам бассейн. Садись. У вас есть враги? Как вы считаете? Враги? Они могут быть у моего отца. Он у нас знаменитость. И вообще я не понимаю, зачем на меня напали. Меня не ограбили. Физически я не пострадала. Чего он хотел? Ему помешали. Кто? И вас это интересует? Вы же не знаете, как выглядит преступник, и можете подозревать любого? Вас я не подозреваю. И я вас тоже. Спасибо. Может, еще? Нет, работа не ждет. Лигита, какие у вас отношения с жителями поселка? Нормальные. А на работе ненормальные? Там меня любят. Я бы сказала, даже слишком. Кто? Что вы на меня так смотрите? Какие у вас отношения с Лигитой Гулбе? Что? Ничего не могу поделать. Интересы следствия важнее джентльменских чувств. Она мне нравится. Милая мордашка, гибкая фигурка. Умеет хорошо одеваться. Но дальше калитки не пускают, хитрая. Боится потерять других ухажеров. А как же Витольд попал к ней за калитку? Какой Витольд? Тот, что строит для них бассейн. А, он заискивает перед профессором. Он бы вырыл целое озеро, лишь бы быть вблизи своей богини. Можно узнать причину вашего веселья? Если вы решили допросить в нашем институте каждого, кому нравится эта избалованная канарейка, то вас ожидает очень трудоемкий процесс. Вчера с этой канарейкой вы ездили в Юрмалу. С таким же успехом я мог бы ехать с вами. Это еще ничего не значит. Отчего вы так взволновались? Я? Вот черт. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Вы тоже живете в Академгородке? Да. Почему вы не проводили Лигиту домой? Было поздно. Она сама не захотела. Значит, вы шли каждый по своей стороне дороги, как школьники. Я вышел на остановку раньше. Почему? Ну уж это мое дело, черт вас возьми. Хочу, еду, хочу, пешком иду. О чем вы вчера договорились с Юрисом Байверсом и Кирсисом? С этими тряпками? Вы обещали ждать их в лесу с грузовиком. Стоп, я пью уже третий день. Но у нас есть показания Юриса Байверса. Что? Отвечайте. Не играйте. Ваш актерский талант я знаю. Ну хорошо. Скажите, что я сделал плохого? За вовлечение несовершеннолетнего в преступление вам... Папа. Никто этого сопляка за руку не тянул. Ему понравились наши шутки. Шутки? А зачем вам нужен был третий? Ну, девочка, не копайте так глубоко. Ваши приемчики с машинами нам известны. Один угоняет, второй реализует, третий ставит на место. Самую опасную роль, как видно, вы отвели наивному мальчику из деревни. Угоняли сами. Да, поначалу. И сами возвращали. А почему последнюю машину оставили в лесу? Бензин кончился. Откуда вы знаете? Вы только что утверждали, что там не были. Или об этом вам сказал Кирсис? Значит, вы все-таки встречались. Где он сейчас? Вы слышали про эту страшную историю в лесу? Да, да. Я абсолютно уверена, что это бандиты. Сделали все, что хотели. Конечно, Голбиса скрывают, чтобы спасти честь дочери. Представляете, как только стемнеет, я за ворота даже носа не показываю. Говорят, преступник уже пойман. Да что вы! Мой муж из надежных источников знает, что его поймали. Глупость. Преступник еще на свободе. Я живу рядом с профессором Голбисом и совершенно точно знаю.
Извините. Вот еще. Милиция, с вами говорят из академгородка. Произошло ужасное, меня преследовал какой-то мужчина. Чего он хотел? Откуда я знаю? Я едва успела в дом войти. А что? Нет, незнакомый. Прежде я его здесь никогда не встречала. Да, да, молодой. Боже мой, он все еще стоит у меня под окном. Вызываю 15 и 21. На Садовой улице 2 в Академгородке появился высокий парень. Выясните его личность. Возможно, это Юрий Свайберс. 15-й понял. Вызываю 21-й. В Академгородке на Садовой улице 2 появился высокий парень. Выясните его личность. Что стоишь, парень? Кого-нибудь ищешь? Лигиту Гулби. Где она живет? Здесь. Заходи. Ну что ты топчешься? Позвать? Если можно. Опять ты здесь? Ну, что тебе надо? Лигита, тебя ищут. Кто? Какой-то странный парень. Интересно. Витолд. Витолд! Витолд! Ты стал невыносим! Заходите, не стесняйтесь. Добрый день. Вы что-то хотели? Я... Присядем. Садитесь. Ну что? Угощайтесь. Знаете? Что? Я вчера ночью видел вас в лесу. Вы? Да. Вы? Значит, это вы спасли меня? Идемте. Мама! Не надо! Мама! Я убежал.
Убежал, как последний трус. Даже не знаю, как это случилось со мной. Успокойтесь. Но я обязательно найду его. Я вам обещаю. Ну что? От автобусной остановки за старушкой шел какой-то субъект. Она очень волнуется, он как будто что-то искал. Говорит, парень высокого роста, блондин. Подожди. К вам заходил высокий парень? Да, заходил. Что-нибудь случилось? Куда он делся? Ушел. Давно это было? Минут 10, не больше. Я еду на станцию, а ты прочеши поселок до леса. Иди по тропинке мне навстречу. Подождите! Подождите! Куда вы бежите? Куда вы стоите? Thank you.
Почему ты молчишь? Юриса больше нет. Как нет? Он хотел все сделать сам. И его больше нет. Вайверс убит пулей из того же оружия, из которого стреляли в фару украденной машины. Он был еще жив, но спасти его мы не смогли. При вскрытии обнаружили врожденный порок сердца. Дальше. Кирсис, который угнал «Жигули», еще не найден. Угу. Подозреваемый Штейнбергс, коллега Лигиты, с которым она ехала в одной электричке, говорит, что вышел раньше на одну остановку. Он тоже живет в Академгородке, но вышел ли он из поезда или только из вагона, следствием не установлено. Есть ли у кого дополнение к предстоящей операции? Есть. Младший лейтенант Айя Калнине просит разрешения участвовать в этой операции. У нее есть одно предложение, которое следует обсудить. Она работник другой службы, и не нужно впутывать ее в столь опасное дело. Она сама хочет нам помочь. Юрис был ей как брат, они выросли вместе. Преступник действует в одном районе. Может быть, удастся его спровоцировать? Не слишком ли романтичное предложение? Мы работаем в милиции, а не на киностудии. Достаточно смерти Вайверса. А где Калвиня? Она в приемной. Попросите Калвиню. Разрешите войти? Пожалуйста. Садитесь. Прошу. Спасибо. Товарищ Калвиня, я знаком с вашим предложением. Но преступник вооружен, и мы не можем позволить вам рисковать жизнью. Разрешите мне. Я прошу вас. Очень. Смотри. Неплохо устроились. Вы только посмотрите. Но. Вот эта красотка. Она задремала. Осторожно. Осторожно. Не разбуди. Ку-ку. Если я не поцелую эту принцессу, она превратится в жабу. Но ты. Принцесса любит музыку. О. Как в той сказке. Красавица. Здорово притворяется. М-м. Наверное, артистка. Я очень не люблю, когда мне мешают спать.
Куда ты? Обратно. Дрейманис. Август, ты? Да, слушаю. Вот что, Август. Да. Опять неприятности. Я получил письмо. От меня требуют 10 тысяч, иначе Лигите грозит новое нападение. Куда надо доставить деньги? Напротив нашего института, на улице Лапу. Рядом со стройкой есть какая-то куча панелей. Сегодня до 8 там надо оставить портфель с деньгами. Так, ясно. Из дому никуда не выходи. Хорошо. Который час? Без пяти пять. Без пяти пять. Двери заперты? Профессор Гулбис? Это Август. Слушай меня внимательно. Через 2 часа к тебе подъедет такси и отвезет в сберкассу. Получи деньги. Деньги? Да, да, и отвези, куда сказано. Но ведь... Никаких «но». Подробные объяснения получишь у шофера такси. Какого цвета твой портфель? Мой портфель? Какого цвета? Черный. Черный. Так называемый дипломат. Черный. Угу. Дипломат. Ясно. Имейте в виду. Если вымогатель тот же, кто стрелял и напал на дочь профессора, ему терять нечего. При задержании он может пойти на крайности. Разрешите идти? Да, идите. Идите. Подойдите, пожалуйста. Прошу вас. Благодарю. Седьмой номер, ваш заказ готов. Извините. 28-й, получите. Есть такая песенка, не спеши, дорогой. От судьбы не уйдешь. Ага. Мы опаздываем, профессор. Думаете, он будет пунктуален? Такие денежки. Побоится оставить без присмотра. Свой дипломат поставьте на пол, а тот возьмите. Только замков не касайтесь. А-а-а. Не волнуйтесь, все будет в порядке.
Докладывает седьмой. Портфель на месте, район перекрыт. Продолжайте наблюдение. Докладывает 18-й. В кафе сидит разыскиваемый Кирсис. Жду указаний. Продолжайте наблюдение. Если попытается уйти, задержите. Тебе куда? Туда. А мне сюда. Привет. Селинч. Кто это? Штенбергс. Внимание всем! Объект взял портфель. Идет в направлении улицы Макарова. Следить за правой стороной улицы. Я 53-й. У панели появился человек, что-то ищет. Станет же этот идиот открывать портфель на улице. Селинж, Селинж, слышишь? Второй объект повернул на улицу Тейкос. Идет в направлении больницы. Ты меня слышишь? Что вам от меня надо? Милицию надо. Правильно. Отпустите. Это хулиган. Куда вы его ведете? Это какое-то недоразумение. Пусть сначала вычистит мое пальто бандит. А вы просто дура набитая. Посмотрите на меня. Идите, я что ли виноват? Какое вы имеете право? Не трогайте меня. Никуда я не пойду. Вот кто-то натворил, а я буду отвечать. Ведите его. Ведите. Где вы взяли оружие? Нашел в саду.
Когда копал бассейн. Вы требовали у профессора деньги? Меня вынудили. Заставили. Кто? Здравствуйте. Он. Вот он. Это он. Я вас не знаю. Ах, он не знает. И письмо кто писал, что видел меня в лесу, кто его принес? Я вас вообще впервые вижу. А, врешь, собака! Прекратите, спокойно. Кто из вас писал профессору? Я. А он диктовал мне, что надо писать. Грозил, что выдаст меня. И все расскажет. Про ту ночь в лесу с Лигитой. Значит, это вы на нее напали? Я хотел только унизить ее и больше ничего. Думал таким образом помешать ее замужеству. За что вы убили Юриса? Он гнался за мной, мог выдать. Он видел меня тогда ночью. А если бы Лигита узнала, что я ее раздел? Я бы сам застрелился.